Изменение бюджета городского округа, корректировка земельного налога и поддержка образовательных учреждений. Эти и другие вопросы обсуждали на заседании Совета депутатов. На собрании были озвучены поправки в бюджет, согласно которым дополнительные средства пойдут на развитие социальной сферы Химок. Кто за принятие решения? Против? Воздержались? Также депутаты поддержали изменения в положении об уплате земельного налога и другие нормативные базы. Нововведения должны упростить предпринимателям ведение бизнеса. На заседании Совета депутатов приняли единогласное решение поддержать образовательные учреждения городского округа и передать им в пользование музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты были закуплены Московской областью и переданы в безвозмездное пользование нашим муниципальным учреждениям. Это Центральная детская школа искусств и детская школа искусств, которая находится на районе Сходня. Это было заключительное заседание Совета депутатов городского округа в этом году. Следующее состоится уже после новогодних праздников.